Всем привет, это Ирина Воскресенская. Сегодня мне из Германии пришла посылка от одной из зрительниц моего канала. Я ее только вот разрезала, даже не смотрела еще, что там. Все упаковано как есть. Будем смотреть вместе с вами. Так, может мне тут что-то, записка какая-нибудь написана? Точно. Здравствуйте, Ирина, я смотрю ваш канал с удовольствием. Хочу сделать вам приятное. Высылаю небольшую посылку к Новому году. Вероника, спасибо большое. Я это сохраню. Вы сделали такой приятный подарок. Даже, вы знаете, просто приятно вот получить такую записку. Спасибо большое. Так, ну давайте посмотрим. Вероника меня предупреждала, что если у нее что-то будет непонятно, то пусть я спрошу. А, ну вот такой вот набор конфет, наверное, с орехами, я так предполагаю, потому что тут нарисованы орехи и такие кругленькие конфетки. Кстати, наверное, классно будет украшать какие-нибудь капкейки или что-то, смотрите. Так, это... С этим надо разобраться, что это такое, ну... Ой, пахнет как-то вкусно. Это надо сейчас будет переводить. О, это чай. Все, я поняла, что это такое. Я понюхала. Это чай. Интересно. Попробуем. Так, ну это вот прянички такие на Рождество продают. Шоколадные и такие с глазурью. Традиционные такие наборчики пряников. Вот. Кстати, тут у нас... Ага, ну это знаем мы, что такое. У нас в России тоже продают такие наборчики. У меня очень сын любит такие десерты. Ванильку, у меня целую упаковочку. Обязательно буду пользоваться. Будешь смотреть на моих видео, видеть свои пакетики. Так, а это, ой, это разрыхлитель. Он, смотрите, у нас тоже такой же, но там написано разрыхлитель, а здесь он написан по-немецки. Тоже будешь смотреть, Вероника. Так, ну и это у нас тут. Тоже, смотрите, такие десерты с орехами. Надо будет попробовать, наверное, очень вкусные. Там внутри такой, как марципан, по-моему. Ну, в общем, такие начиночки ореховые. Посмотрим, попробуем. Ага, тоже батончик вот такой, с ванилью и орехами. Так, а этот у нас? Это у нас с кремом шоколадным, сливками, орехами. Ну, и тут, я так понимаю, конфеты. Да, очень красивые конфетки, вкусные. Они такие тоже с ореховой начинкой, внутри шоколадные. Ой, пахнет так вкусно. Ну, еще вот такой же тоже пакетик. Конфетки классные. Все, вот такие сладости мне на Новый год прислали. Я очень благодарю, мне очень было приятно. Просто даже я не знаю, как выразить. Мне очень приятно. Я в память оставлю эту записку. Так приятно. А, Вероника, и всю твою семью, тебя в первую очередь. Спасибо, что ты общаешься со мной ВКонтакте. Смотришь мой канал. Мне очень-очень приятно. Тебя тоже хочу поздравить с наступающим Новым годом. Всю твою семью. Благополучия тебе, здоровья. Хороших дней таких вот праздничных. Чтобы... Какие-то мечты твои обязательно сбылись, потому что все мы любим мечтать, мы все хотим чего-то хорошего, чтобы было в нашей жизни, у наших детей, всего-всего вот этого я тебе желаю. Отдыхайте. У нас каникулы рождественские начались в России до 9 аж января. Так что все, я отдыхаю. Всем пока-пока. Еще раз большущее-большущее спасибо. Обнимаю тебя и целую. Твоей семье огромный-огромный от меня привет. Поздравления с Рождеством и Новым годом. Целую.